Здравствуйте, уважаемые зрители! Я Лидия Желомкова, и с нами сегодня Зоя Петровна Чельдиева, президент Международного фонда содействия и продвижения новых технологий в социальную и культурную сферы государства Алания, международный независимый эксперт по национальной миграционной политике и вопросам суверенитета России. Также Зоя Петровна является магистром РАНХИКС по направлению психология, политического лидерства и управления. Здравствуйте, Зоя Петровна! Добрый день, уважаемые соратники «Голоса Отечества» и вся наша аудитория. Здравствуйте все, которые нас сегодня будут слушать. Я готова ответить на ваши вопросы. Лидия, подождите, я добавлю, прошу прощения, потому что с вашим выходом в эфир и с вашей заинтересованностью по сегодняшним вопросам уже можно... как эксперт-аналитику дата работы «Голоса Отечества» в течение года, что привлекли молодежь, и не простую молодежь, а которая разбирается в развитии своей страны в сложной ситуации. И я рада этому очень. Это результат работы «Голоса Отечества» — привлечение активной части молодежи к работе, восстановление суверенитета страны. Спасибо за высокую оценку, Зоя Петровна. И тогда, собственно, перейдем к вопросам. Прежде всего, хотелось бы попросить вас рассказать, как представителя именно осетинского народа, расскажите, пожалуйста, о том, что происходило с Осетией и с осетинами после развала Советского Союза. Ну, мне придется рассказать про Осетию не именно после развала Советского Союза. Я добавлю, в этом году исполняется 150 лет вражды двух наций в Закавказье. Никак не успокоится. С 1918 года эта вражда продолжается. Меньшевики Грузии в 18 году еще образовали демократическую республику, захотели тогда еще отдельно жить, Журдания, Тирители и многие другие. Когда надо было образовывать демократическую республику, конечно, они привлекли всю элиту грузинскую. А когда уже демократическая республика получилась, возглавили и остались в руководящих должностях только меньшевики. И, как вы видели, во время распада такое нашествие на Осетию еще было в 18 году, чтобы вы знали об этом. Погибло около 5000 осетин. Около 20 тысяч осетин были изгнаны в Северную Осетию, и оставшиеся осетин загнали, прямо так можно сказать, в Закавказье. Хотели вообще избавиться от этой нации из-за воинственности, мужества и порядочности. Они все время, всю жизнь, когда мы были скифами, мы защищали другие народы, которых притесняли. И это раздражало закавказских. И армян, и грузин, скажу честно, азербайджана тогда на карте не было. В Закавказье были Урарту и Аланья, два государства. Сами Грелу, Мингреля, Грузии не было как таковой, потом его назвали Грузией, и Абхазия на той стороне горы. Короче говоря, получилось так, что до 1936 года Грузия была демократической республикой, всячески угнетала нашу нацию, даже скот они истребили в 18-20-х годах. Не то, что решили нас уничтожить. Ну, конечно, мы выжили, которые переехали в Северную Осетию, заселились на свои земли и развиваемся. На сегодня тоже, как вы видите, образовался огромный регион. Я на даты не стала ссылаться, потому что у нас объемные вопросы сегодня. И, в общем, расскажу. Потом, значит, в 1936 году обратно входит Южная Осетия, Грузия в состав СССР. Это был Георгиевский трактат «На четырех коленях». Повзли они прямо, чтобы войти в состав России. Сегодня тоже это их ждет, потому что я им в 95-х, в 60-х годах об этом напоминала, когда я у них работала после войны. Ну, в связи с замужеством там оказалась. Мои слова подтверждаются. Что происходит? Значит,
1998 году. Опять-таки, вот как англосаксоны делают нашествие идеологическое на Россию, 150 лет они этим занимались. То же самое меньшевики грузы не уходят с политического поля зрения. Они все время в действии. Эти меньшевики опять-таки всплели Жордания. Это вот как в Дагестане 36 народностей, да, Северная и Южная Осетия, есть Северная и Южная Осетия, недигорцы. В Грузии народности делятся тоже на 5-6, но в основном вот эти мингрели не воинственные, а провокационная народность. Они выделяются сильно. Я в Тбилиси закончила университет, и после войны еще с ними работала. Достаточно вот этих два факта исторически, ну и все изучено. Значит, в 98 году опять-таки к власти переворотом народным приходит Гамсахурдия. Это колея меньшевистской власти тех времен. Исторически мной это изучено и подтверждаю. Что у них на памяти? Не развитие своей страны, а именно судьбу Осетии Абхазии решить. Они не хотят в Советском Союзе оставаться. А Осетия Абхазия против этого были. Они провели у себя референдумы и решили остаться в составе Российской Федерации. И Абхазия, и Южная Осетия. Уточните, пожалуйста, Зоя Петровна, это какой временной период приблизительно? Это 98 год. Угу, спасибо. 89 год, прошу прощения, 89 год, до развала нашей большой страны, первыми вообще-то заступились через англосаксонов в развалу нашего большого государства Грузия, чтобы вы все это молодежь запомнили для себя, Прибалтика и Грузия. Прибалтика уже почти отдалена была, потому что еще Горбачев в 83 году начал работать над этим, а не в 91-м. И, короче говоря, получилось так, что Южная Осетия выдержала абсолютно все натиски. Без войны, конечно, не обошлась эта ситуация тоже, потому что Россия тоже немножко была расслаблена, потому что Горбачев что сделал? Страна же стала распадаться, и сразу же все республики постсоветского пространства, которые они, сразу же они стали выходить из состава России. А Горбачев-то думал, что создаст федеративную республику, и все эти государства, республики останутся в федеративном составе на том уставе, который он разработает. Нетушки, не получилось. Страна начала рассыпаться. И тогда, значит, Горбачев разрабатывает... Он опомнился в некотором моменте, я его не защищаю. И он решил провести референдум за защиту и сохранение СССР, остатки, которые остались. Значит, референдум проводился, некоторые республики его вообще не провели, Грузия, Молдова и Прибалтика вообще, Армения тогда еще не провела референдум. Наказание, я извиняюсь за такое выражение, сегодняшнее время. Тогда еще они референдум не провели, Армения, учтите для себя тоже. Южная Осетия, Абхазия, конечно, естественно, быстренько провели и попросили свою независимость, смотря на тяжелую ситуацию России. Извините, что хвалю я эти маленькие нации, но они политически настолько грамотны, да, в основном молодежь. На тот момент еще в Госдуме сидел у нас Ардзинба, будущий президент Абхазии. Именно возглавлял комитет по сохранению СССР. Он очень сильно, с его именем очень сильно связана вот разработка концепции по присвоению независимости двум республикам, потому что была сложная ситуация, Россия занималась своими вопросами и не успевала, что же делать в Грузии с Южной Осетией и Абхазией. В этом сильно помог Ардзинба Владислав, чтобы вы знали для себя Россия. Его имя – это честь и хвала для всей России. И быстренько, значит, временная независимость, скажем, присвоили мы себе, референдумы попровели, но указали, независимость такая с постепенным вхождением в состав Российской Федерации. От России мы никуда не отходили. Просто чтобы уже Грузия нас не трогала, другого выхода не было. А России было тяжело, с другим постсоветским пространством он разбирался. И мы сильно поддержали Абхазию и Осетию, Россию на тот момент.
Значит, что произошло у нас после войны? Когда мы были в составе Грузии, не было видно нашей интеллигенции, не было видно наших политических институтов, гражданских институтов, спорт. Нас нигде не видно было. Если кого-то выдвигали в спорт, тогда мы должны были поменять и фамилию, и записаться еще на грузина. Да, такая политика была в советское время. И, конечно, война 91-го года, простят меня, около 1000 человек погибло, около 1500 раненых, пускай родители их меня простят, лично мой отец тоже из-за этой ситуации умер, но зато нация развивается по-другому. Среди нас, посмотрите, пространство российское, начиная от культуры, политики, спорт, везде осетили, и не в единственном числе, а по 10, по 15 человек. Адин Гиргиев чего стоит, Вероника Джиоева, Мурат Гасиев. Очень много у них выдающихся людей у нас. Короче, нация начала развиваться как в культурном аспекте, нравственно, духовный аспект у нас никогда не снижается, простите, что я хвалю своих осетин, но в политическом аспекте и в культурном аспекте у нас было отсталое развитие, потому что они не давали нам вперед идти. Первым другом грузине должны были идти вперед. А другие нации были как ущемленные. Далее, не проходит мало времени, и уже они поняли, что Абхазию они с концами упустили. У них еще надежда была на Осетию, потому что в России тоже есть у нас предатели, не в обиду сказанные, которые давали им эту надежду, что Южную Осетию еще можно вернуть. Среди них самыми главными предателями являются сами же осетины. Я их имена не могу сейчас перечислить, а в закрытом кабинете скажу первому лицу. Или с Федоровым тоже так конкретно еще никогда не встретилась без никого. Потому что такие вещи не говорятся во всеуслышании. Ну и все изучено. Какие люди на этой стороне работают над этим даже сегодня. Даже сегодня. И в Грузии открыли уже свои организации. И дальше работают над этим. Но есть один очень великий профессор абхаз, который очень хорошо описал профессор Абхазского университета государственного. И он очень хорошо описал Грузии их дорогу, чтобы нас больше не трогали, охарактеризовал. Посмотрите, говорит, на свою страну. Абхазия, Осетия к вам никогда уже не вернутся, потому что мы не одни. Мы слились вот в этом горе, и даже без помощи России мы идем только с Россией вперед. Зоя Петровна, я прошу прощения. Это важно, послушайте. Это важно для общероссийской тенденции. И этот профессор пишет: обратите внимание на свою государственность, на свои оставшиеся земли. У вас 25 тысяч турков уже гражданства в Аджаре имеют. Зоя Петровна, извините, пожалуйста, верните, хорошо, пожалуйста, камеру, камеру. То есть мы как раз камера опять не работает. Да, Никогда такого не было. Что с вами? Ага. Вот, спасибо большое. Повторите, мы вас спасибо, снимаем. Извините. И, короче, профессор им расписал, что вам надо уберечь свою территорию Аджарию, которая давно уже не... Когда-то она была турецкой и давно уже не является... Благодаря России она обратно стала грузинской. На сегодня эта республика автономная, в бывшем была тоже автономная республика, она уже никакая не грузинская. Там чисто турецкая, когда... Поедешь туда, там как будто ты в Турцию попала. Это уже перешло и в центр Тбилиси. В Грузии то же самое. Эрдоган не спит. У него не только азербайджанская проблема. Через Грузию у него до Северного Кавказа дойти хочет. Это мною изучено тоже, потому что я езжу, я как эксперт изучаю все. И на месте, когда надо, бывает, извините, что хвалю себя, встречаюсь, которые у нас работают здесь. Диаспора их очень так грязно работает у нас в Москве, чтобы вы знали. Один из них уехал уже, слава богу, женился даже на русской, чтобы влезть везде. Я его быстро раскусила и сдала куда надо. Извините, что хвалю себя. Короче говоря, у них такой план. Поработить вообще осетин через Грузию. Всю Грузию и осетин. Только в такой план. А грузины, они политтехнологами и политологами никогда не были. Меньшевики и провокаторы. Все. Вот они, мы уехали от них. Где их культура, где их спорт, где их политики, где что? Покажите мне, пожалуйста, на мировом масштабе. Нет их.
осетины и русские, армяне как уехали, их нет просто. Потому что эта нация без никого не может развиваться. Это такая нация. На сегодня что получилось? Они сильно были разозленные, были закрыты несколько встреч. Арцимба им доказал, что вам никогда в жизни не вернут Абхазию. И на этой почве они разработали план захвата Южной Осетии. На тот момент я работала как раз-таки в Грузии до 2004 года. Я им сказала как эксперт, то, что вы делаете неправильно, неправильным путем все потеряете. Эти деньги лучше пустите на социальное развитие своего населения, на политологическое развитие. Русским языком, русский язык вы вообще забыли. До 30 лет молодежь практически русский язык не знает. В том числе даже были русскоязычное население. Мы открывали курсы в 2015 году в центре Тбилиси, и 70% детей были именно дети из семей русскоязычного населения. Поэтому спустите... И они забывают русский язык, правильно? Да, русский, потому что улица грузинская, садик грузинский, те же русские школы. Вот сейчас они стали во время Иванишвили русскими, а во время Саакашвили они просто название было русские школы. И Шеварнадзе тоже. Самым большим врагом молодежь в истории распада России является Эдуард Амбросович Шеварнадзе. Когда я смотрю, что и его внучка единственная, Владимир Владимировичу подходит и учит, как подойти к Зеленскому, как встречу устроить. Меня это так раздражает. Неужели той, как сказать, как президент, первое лицо, вот как можно было допустить такое? Я его сильно уважаю за все его деяния. С 2007 года, если бы не его плане по всем параметрам, по всем направлениям, даже признание Абхазии и Южной Осетии чего стоит, сохранить две такие нации. Как? Как внучка вообще такого человека живет здесь, в России вообще? И когда он приехал после Гамсахурдия в Грузию, именно он подготавливал войну 2008 года руками Саакашвили. Никакой розовой революции там не было. Это была игра театральная. Он просто передал власть Саакашвили. Саакашвили он лично сам отправил в Америку учиться на юриста, на адвоката. Женили его на агента. Это все сделал Шеварнадзе. Власть просто передали ему. И вот эту программу захвата Южной Осетии разработал он. Здесь почему так легко они подошли? Виноват Чибиров, наш профессор университета, стал президентом и дал простор Шеварнадзе спиртовой бизнес и сигареты. Marlboro и Winston, если помните, с Америки нам завозили через нас. На Украине, значит, перекрыли границу на Украине. И чтобы вот здесь больше хлама завести в Осетию, наркотики, политических агентов, вербовать осетин себе, им это удалось. Пожалуйста, временная администрация Санакоеве появилась в Грузии, представляете, до войны 2008 года, которые им его так завербовали, именно эта группа и помогала, представляете, впервые в жизни осетин такое предательство. Это руками Шеварнадзе сделано. А когда Шеварнадзе вернулся после Гамсахурдия в Грузию, на каком-то депутатском совете встает человек и говорит: не верьте этому лисому, белый лис, его так звали. Он агент России. Он встает и знаете, что говорит во всеуслышание? Какой же я агент России, дитё моё, если я первый человек, который разработал программу развала России. Громко он сам об этом сказал, молодежь. Запомните, пожалуйста, громко. Я сама лично, вот как с вами общаюсь, так смотрела эту передачу. И именно в Грузии. Доверились ему, когда во всеуслышание он это сказал. Подготовился к Саакашвили. Несколько раз меня как эксперта вызывали на собеседование перед отъездом в Россию. Я им сказала, работать по вашим принципам я не буду. Даже я в кабинет к нему не пошла. На улице вручила какие-то документы, какие нужно было. Когда он посмотрел группу урегулирования конфликтных ситуаций при парламенте, и когда он там увидел осетинскую фамилию, сразу же закрыл 3 января, 25 декабря приходит на работу, а 3 января закрывает вот эту группу. У них тогда министерств не было. Они старые развалили, до Европы не добрались еще, и у них вот группы при парламенте развития страны.
Я была вот в той группе. У нас даже в трудовых книжках записи по этому нету. Как только он увидел астинскую фамилию, естественно, он изучил, откуда я выходец и кто за мною. Сразу же он понял, я отработала диплом в России, работала в России, работала в Абхазии, и ему ясно, что астинка такая никогда с прогрузинской психологией политической работать не будет. И я очень много, Лидия, сделала за время своей работы за 4 года для своей нации и для большой России. Но Бог мне помог переехать с 4-летним ребенком хорошо, слава Богу. Саакашвили сильно терроризировал, всяческие на таможне были попытки мне что-то подсунуть, в чем-то обвинить. Тяжело все было. Но я молилась Богу и знала, что папа с того света и Всевышний меня спасут. И не опускала плечи ни разу, и глаза в глаза всегда им смотрела, так решила все свои вопросы. Значит, после 2008 года, конечно, эта война, если в 91-м пошел рост населения, развитие в разных сферах, узнали себя, какие мы способнее, как нам нация отдельно развиваться, заново встала национальное развитие, 2008 год насильно повлиял на нас, потому что представьте себе, сколько времени прошло, и сразу вторая война. Тем более он это сделал на спящий город, напал. Можете себе представить? На спящих людей. И заманивали детей и стариков в подвале. Не бойтесь, мы вас не тронем, мы не бойтесь, какой не тронем. В основном они мучили стариков и детей. Это была страшная война. Это были там и азербайджанцы в основном воевали, и украинские нацисты из других наций. Наоборот, Северный Кавказ, спасибо, какой-то взвод называется чеченский, они сильно помогли, и абхазцы очень сильно помогли. Казаки донские встали, сели у русского тоннеля в 2008 году и говорят, мы не будем ждать указа президента, нас 300 человек, и мы голову отдадим за Осетин. Это тоже немножко их пропугнуло. И вообще-то я вернусь. Спасибо Богу, спасибо Чельдиеву Александру Хаджумаровичу, который в свое время построил Рокский туннель, который тоже 70 лет блокировался Западом и Грузией. Но он это сделал с генералом Плиевым Миса. Вот здесь, которые люди работают сейчас, почему президентские гранты я не могу взять сумму. Люди работают с Кириенко над этим. А Кириенко они ногами дверь открывают. То же самое, как внучка Шеварнадзе, представляете? Но я не обижаюсь, я работаю дальше. Вот те же люди в то время, первым секретарем некий человек работал, который сейчас здесь в Москве всем осетинам нормальным дорогу перекрывает. И не хотел строить тоннель. А не было бы тоннеля, не было бы военной базы в Южной Осетии. В 2008 году бы мы не спаслись. Это раз. И потом на сегодня уже, кто его знал, что сегодня на Горный Карабах еще будет, и Турция будет рваться к России с той стороны. Пожалуйста, в Закавказье обеспечена безопасность России тоже. Это большое значение, вот эта военная база российская имеет очень большое значение как для Осетин, так и для всей России. Поэтому плохо, конечно, что войны были, но, наверное, это исторический процесс от Всевышнего так и должно было пойти, чтобы наша нация развивалась самостоятельно. И всю жизнь мы были с Россией, нас других интересов у нас никогда не было. И дай Бог, чтобы Россия больше никогда нас не предавала, чтобы не было среди них таких людей. Потому что в 2018 году было предательство, они не вовремя нас защитили. И 5000 человек осетин они истребили, вплоть до скотины даже животного. Представляете? Из-за единичных людей и случаев не будем большую нацию осуждать, но были такие случаи. И сейчас я молюсь Богу, чтобы после двух этих войн больше такого не было, чтобы Россия нас никогда не предавала. Мы с нашей стороны всегда рядом с Россией. Даже если бы я в Грузии осталась, например, да, вот так бы все время под страхом жила. Просто супруги иди свини сын, иди свини внук, и свекровь белорусская, жалко ее было оставлять без семьи. Но другого выхода не было, потому что но, однако, я как потрепала нервы там во время работы 4 года, да, так и выросла, Лидия. Вот, когда соперничаешь с евразийским сообществом, с грузинским, ты заодно растешь. Я очень сильно выросла. Вот, и у меня это хорошо получалось. Я даже, когда переехала, я садилась, как сейчас сижу и думаю, ну как мог Сорос влезть в Россию так?
Как? Единственная маленькая девочка, Сорос и Саакашвили со мной не смогли ничего сделать. Как? Я даже жертвовала ребенком. 4-5 лет ребенку я за руку беру и в кабинет и так ходила. Не боялась ничего. Они просто пустосмешки. Как вот такую страну развалили? А развал в стране пошел. Белоруссия, Украина и Горбачев подговорил он тогдашних руководителей, Кравчук, Беларусь еще руководитель. И они в 83-м году встречались в Америке. Горбачева обманули, что мы едем по сельскохозяйственному направлению. Мне говорят, надо выкупить технологии у них. Обмануть белорусов. А Кравчук готов был. Белорусы они обманули, не защищают. Как будто они технологию по выработке картофеля и чего-то хотят купить. А Кравчук-то был нацистом в юношестве. Он просто нашел, да, бендеровцев. Он просто нашел лазейку через комсомол. И вот так он влез, и, пожалуйста, развал в стране произошел. Поэтому сегодня, Лидия, я вас очень прошу, читайте побольше историю. Вот эти факты сегодня вам все я не расскажу развала, потому что у нас столько времени нет. Читайте, пожалуйста, историю. Очень хорошо в Яндексе, очень много хорошего материала, очень много. И вы должны все это знать, чтобы у вас была устойчивая психология. Даже снизу можно нарушить и разрушить государство. Элементарно простого студента увести, дать ему поручение, отправить обратно в Россию, что угодно информацию привезет за деньги, понимаете? Будьте более защитными, пожалуйста, психологически, чтобы деструктивная информация не рушила ваши мозги молодые. Все, я коротко описала. Плохо, что войны были. Спасибо России за признание. Спасибо России на сегодня. У нас даже Олимпийский центр по гимнастике Алина Кабаева построила. Не то, что по всем направлениям развиваемся. Наш университет красивее МГУ, просто поменьше. Водоканалы, электросеть. А, газами провели осетине, какие мы сильные. Газопроводами провели, независимо от Азербайджана, Грузии, чтобы жить. Россия не верила. Через эти горы что вы сделаете? И в пример приводили. Был Чельдевропский туннель. Джусоев тоже проведет газ. Провел. Здесь он живет, этот человек. Спасибо, Альберт Джусоев. Спасибо ему огромное. И на 100 с чем-то километров горы, лесополоса, провели мы газопровод. И мы вообще сейчас независимы от Грузии нипочем. Свой свет, свой газ, все с Россией. Спасибо Богу за все, спасибо, что такая сильная нация. И вера России в нас, это многое значит, они верят. Спасибо, Зоя Петровна, полностью с вами согласна, что необходимо сдать историю. И не могу не задать вопрос, поскольку у нас огромная страна, и следует прилагать целенаправленные усилия, чтобы быть в курсе многих вещей, которые там происходят. Объясните, пожалуйста, как сложилось исторически, что появилась Северная и Южная Осетия? Вот дайте нам общее понимание, вот как они так вот сейчас разделились. Сейчас я вам скажу. Аланское государство — это средневековое государство вообще-то. С 3 века Алане появились вообще-то на Кавказе. Юг-север. Получилось так, что во время монголо-татарского ига в 1222 году и до 30 года она длилась, разгромили нас, аланов. Часто осталось на этой стороне, часто угнали в Закавказье. И таким образом народ разделился после монголо-татарского ига на две части – север и юг. Есть Кузнецов ученый, который говорит, не было бы монголо-татарского ига на Северном Кавказе, жили только алане. Никого другого не было тогда, чтобы вы знали. И Кабарда даже сегодняшняя, это астинские земли, 450 километров в длину была наша территория, 120 километров в ширину. Вы представляете, 450 километров? С Южной до Северной Осетии сейчас 180 километров. Еще добавьте 200 километров. Вот этой зоне, вот Грузия, да, Грузия у нас просит Южную Осетию. Нам еще свои земли надо собрать с Россией. Вот эта зона, если когда-то были в Грузии, Ларс, наверное, что-то слышали, это коридор, транзитный коридор, вплоть до Ирана и Турции через Осетию идет у России.
Армения, Азербайджан, Грузия. Это очень важный коридор через Ларс. Вот Ларс, Пасанаури, Душетин, Цхета, Гори. Это вот этот круг 450 километров. Вся была Осетия в прошлом. Не было бы монголо-татарского ига. Потом, когда север и юг поделились, земли пустые остались на севере. И первым долгом на наших землях появились адыги. Кабарда, вот это сегодняшнее, это адыги первым долгом. Потом убых, и потом вот разные-разные появились вот эти все нации на Северном Кавказе. Как Азербайджана не было в Закавказье, появился то же самое и на Северном Кавказе. Получилось. После разгрома нашего государства, оно было государство Аланья, и в 2015 году именно Леонид Харитонович Тибилов восстановил, когда независимость признали перед уходом, спасибо ему, государство Аланья. Именно поэтому я свою организацию тоже так назвала, что воспряло заново государство на сегодня. Потом воссоединение с севером обязательно будет. Обязательно мы в Россию войдем, как назовут. А, северное же тоже Ирсу Аланья, государство Аланья называется, связано с Аланьей. И поэтому Леонид Харитонович решил назвать Южную Осетию тоже так, что в будущем все равно мы будем вместе, чтобы легче было с ним. Ну так мы один народ. Есть еще тигорцы, которые мусульмане, часть нашего, нашей народности, нации. Есть такая народность, которые во время монголо-татарского ига остались, когда уже Кабарда заселилась на нашей земле, адыги. Они им условия дали, хотите жить, принимайте мусульманство. Ради жизни они приняли мусульманство. И есть у нас такая народность в своей нации, дигорцы. Ну, мы один народ. Там не видно даже, что как от других, да, мы отличаемся, вера есть вера. Но с этими мы абсолютно не отличаемся. Просто, что мы в церковь ходим, они молятся по-другому, и все, мы один народ. А ну, видно, что мы один народ. Особых отличий нет. Спасибо большое, было очень интересно. Это даже не планировалось как такая большая часть нашего эфира, но мне лично было прямо не оторваться. Да, очень интересно было послушать. Надеюсь, нашим зрителям тоже было полезно. Перейду теперь к следующим вопросам, которые касаются уже России как большой такой общности. Вы многое делаете именно для России, для большой России, для народов России. И поэтому хотела бы спросить, Зоя Петровна, вот в связи со всеми событиями, которые вы описали, вы, я так понимаю, именно в связи с этим стали много помогать именно военным. Расскажите, пожалуйста, об этом и расскажите, с чем вы сталкиваетесь, какая бывает нужна помощь и что вы делаете в рамках вашей организации. Ну, с чем я сталкиваюсь? Видео, вот Максим Маратович смотрел видео, когда с севера мужчина видео распространяли. Я даже его предупредила, что это отчасти где-то получается против нашей армии, не надо это делать. Да, я помогла, но вас очень много. Вы уходите, я им так объясняю, вы уходите, добровольцы и мобилизованные в основном, когда уходят. Помните, вот передача моя была, вы смотрели его первое. Я сейчас указы и приказы не буду повторять, указы президента и приказы Министерства обороны. В них очень ясно и четко расписано взаимодействие, повторяю, между фронт, военкомат, фронт и госпиталь. Вот этот круг. Министерство обороны должно опираться на основании их данных, которые они будут подавать. А на сегодня, как что-то у них не получается, сразу начинают на Министерство обороны говорить. Министерство обороны, само название министерства, он спустил приказ, пожалуйста, выполняйте. Но вот координационной работы нет вот в этих структурах. Военкомат, фронт, госпиталь. Очень большие недостатки. Даже вот та передача, да, там Рамзан Халитов ко мне выходил, там с севера мужчина благодарил по видео, вы все это смотрели, наверное, большая часть. А потом я полуторачасовое выступление у меня было, где я четко все расписала. Спасибо, они пораскинули себе командиры части, командиры батальона. С фронта многие мне звонят, которых я вообще не знаю, скидываю им. Именно командиры, чтобы они, когда отправляют людей в госпиталь, чтобы знали, что как надо. Нет, да нет, буквально позавчера у меня был случай, не могу не рассказать. Я почти год работала по Ростовской области, потому что у меня двоюродный брат именно был на тот момент в самом таком ожесточенном бою, и он командир саперно-инженерных войск.
чисто мой двоюродный, своих братьев я потеряла отца из-за Южной Осетии, а теперь, и чтобы ближе к нему быть, и что-то сведения знать. Я столкнулась с тем, что даже когда прах отправляли, были у нас вот в Осетии моменты, я лично через Министерство обороны занималась, спасибо, ребята помогли. Когда ты тело отправляешь, мать своего сына узнает. А когда ты прах отправляешь, неужели дату рождения и что-то вот, отчество нельзя точно написать? Их же не тысячу бывает. Очень много упущений. Именно с Ростовской областью. Потом человек пришел без ноги за своими документами, он там почти полдня пробыл, матрас даже под ним не поставили. Я думала, все, вздохнули от Ростова после моего видео, после Казани, что я там, как Ленин, подняла руку и сказала, Ростов – это болото. Где-то немножко жалела, но теперь уже не жалею. Буквально позавчера мне звонит воин, голосовые сохранили, и говорит, билетов нет, Осетин, из Осетина. Ему позвонили, проблемы будут, связывайся со мной, типа. Я говорю, как нет? Вы едете с поля боя, у вас воинское распоряжение на руках в госпитал Москвы, Балаш. Как нету билета? Нету, сказали, если бери. Вижу, говорит, много денег получаете, кассир отвечает ему. Я успокаиваю парня, я говорю, не выходи из себя, прошу тебя. Нет, говорит, пока вы будете делать, я пойду искупаюсь. Мне, говорит, нервы нужны, я, говорит, обратно на поле боя должен вернуться, я друзей-то не оставлю. Что еще меня радует во время войны, это СВО, да? Мы разной национальности люди, как они друг друга поддерживают, вы не представляете. Там не видно нации. Плохо, что СВО получилось, но мы обратно объединились, наши народы. Даже те же ингуши и осетины дружат, понимаете? Вот весь Северный Кавказ вот вплотную слился. Сколько по интернету видео бегают в Инстаграме, что друг друга благодарят. В основном, позвольте похвалить, в основном благодарят осетине. Вот за такое дружеское отношение. Но им тоже спасибо, что они вот с нами. Я благодарна всем. Теперь, да, я потревожила в 8 часов вечера большого человека. Один мне говорит генерал, я под капельницей. Ну, слава Богу, я говорю, живите долго, но оставьте уже свои кресла 86 лет. Пускай другие сядут, которым нужны эти молодые люди, которые помоложе. Я напрямую сказала генералу, признаюсь. А потом, спасибо другому человеку, за 7 минут, конечно, посадили мне воина, как полагается. Единственное допущение в чем в этом моменте? Представите военкомату или Министерство обороны, не знаю, как правильно назвать, но он есть. Но он не сидит на вокзале. Он должен сидеть на вокзале. Этим моментом не я должна заниматься, и не начальник штаба Ростова, а именно представитель военкомата. Обязательно должен сидеть на вокзале. Здесь столкнулась со случаем. Из Москвы отправляли в Абхазию воина. Он по контракту там работает, взрослый мужчина, и после больницы обязательно надо на место поехать. То же самое. На Казанском вокзале у нас представитель от военкомата сидит на 2 километра дальше от вокзала. Пожалуйста, воин вышел, рабочая одежда никакая была, постирали, выбросили. И он в спортивных костюмах осенью будет на 2 километра по улицам Москвы искать представителя военкомата. Вот это большое упущение. Вот это координационную работу надо поставить, что представитель военкомата должен быть на вокзале. И прежде чем в госпиталь военный приедет, с начмедом они должны созвониться, пока в поезд человек не сел или в автобус. И удостовериться, что все документы, надлежащие на прием в клинику, у них на руках. Этого нет. Опять нет, вот позавчера. И много таких в неделю раз бывают эти случаи. Вот обязательно представители военкомата нужно, чтобы в центральных вокзалах Москва, Ленинград, Новосибирск, Новороссийск, Сочи, вот в таких больших городах они нужны. В советское время они были. Возвращаемся к развалу. Сидели рядом прямо с начальником, когда у нас проблем не было таких. А теперь СВО идет. Вот это большое упущение. И вот эта цепочка рвется. А у кого нету Зои Петровны, куда им деваться? И вот так мучаются ребята. Нету защиты их интересов, не получается. Приказ шикарный с бывшим министром обороны. Указ президента шикарный. Где он расписал, что они, военкоматы, должны работать в мобильном режиме. С указ, в указе своем
Владимир Владимирович написал, в мобильном режиме с медицинскими учреждениями. Указал даже прямо. И вот мое видео, если послушаете для себя еще раз, и многое вы для себя изучите, и кому-то дадите направление так же, как я. Обязательно просмотрите еще раз. Вот этого не хватает. Потом в госпиталях тоже. Вот здесь уже Министерство обороны, вот как достучиться, обязательно, вот последние 3 месяца не хватает мест, не хватает хирургов, хотят оперировать, но не хватает. 19-летний мальчик, например, глаз один потерял, второй глаз чуть-чуть, чтобы осталось, да? Конечно, твою руку никто оперировать не будет перед глазами, согласитесь со мной. И 9 дней вот парень лежал, не могли оперировать руку, тоже вмешалось. С Божьей помощью и получилось. Здесь, в Москве, в первом отделении, в ДНК, прямо скажу, потому что там фиксация есть, где я проходила, сплетни не говорю. Поэтому им нужно что? Я как эксперт, аналитик и совершенный специалист скажу. Какие-то договора с рядовыми клиниками заключить, какие-то этажи брать дополнительно, например, которому уже операцию сделали, у которого внутренние органы, что-то другое, которые в хирургической помощи не нуждаются, отправляют куда-то, чтобы места для хирургического вмешательства освобождались. Очень большой наплыв. Даже самих врачей жалко. Они становятся грубыми, иногда не хотят так, получается, что-то сказать. Устают, устают сильно врачи. Вот здесь тоже у нас плохая ситуация. Как достучиться, не знаю. Вот, наверное, скорее всего, до этого нового фонда как-то достучаться указом 232-м, что создали. Угу. Перейдем, наверное, давайте на этот фонд, да, сразу? Ага, да, я бы только хотела добавить, что, как сказала Зоя Петровна, конечно же, мы понимаем, что нашу армию целенаправленно уничтожали при развале Советского Союза, и после продолжался и саботаж здесь, продолжалось и целенаправленное вредительство, и очень большую работу проделали те, кто все-таки продолжал служить в армии, порой не получая зарплаты очень долго. И, конечно же, сейчас мы очень ценим ту работу по восстановлению армии, которая ведется, и Зоя Петровна, в общем-то, тоже вносит свой вклад в эту восстановительную работу путем того труда, который она вкладывает. Ну, да, я не против говорю. Это надо обязательно сделать. Я практик, я это видела, это знаю, это законно. Незаконного ничего не прошу. Обязательно надо нам внедрить вот эти упущения. Координация действий военкомат, фронт, железная дорога, автовокзалы. Представители должны сидеть. И госпитали, надо их немножко разгрузить. Страшная ситуация последние 3 месяца, я посещаю, я знаю. Uh-huh. Главное величие нашего президента, чтобы вы знали, это восстановление армии фронта и погашение многомиллиардного долга. Эти две позиции, космос, третий, мир вообще у нас был не знаю где. Поднять вообще никто уже не собирался. Поэтому 3 года он поработал, проанализировал для себя, и с 2007 года он капитально занялся, капитально с 2007 года, вот эти 3 приоритета, и у него это все получилось. Долголетие ему, вопреки всем, что ему желают. Долголетие. А мы рядом. Он на мостах. Ага. Тут возник вот у меня вопрос, который все-таки хочется задать именно сейчас. Расскажите, пожалуйста, как это было в СССР, потому что вы упоминали, что в СССР вот была вот скоординированная работа, которой сейчас не хватает. Вот именно сейчас объясните, пожалуйста, нашим зрителям. Была скоординированная работа, была, я вам даже пример приведу. Не то, чтобы там кто-то заболел, и родственники вообще ни о чем не переживали. У меня 2 брата служили вместе, мои 2 брата, родные. Один ушел год, отслужил, раньше же 2 года была служба, шла. Второго через год забрали. А я не любила письма писать, тогда же не было мобильных. Росла папиной дочкой. Папа подходит, говорит, папина дочка, пишем письма. Таймуразу, Ботазу отдельно. Вы представляете, мы даже когда эти письма посылали, нам с воинской части ответ приходило, что ваше письмо доставлено вашему воину. Представители сидели везде. Везде, как по закону полагается. Отправляли, когда в армию, изучали устав. Вот эта подготовка полугодовая шла, что каждый военный на своем месте уже был подготовлен к боевому
боевой готовности. А сейчас то, что быстрое ИСВО получилось, да, не успевают еще их проинформировать как следует. Нужно и по-боевому подготовить. Это первый случай для всех, потому что не все добровольцы и мобилизованные отслужили, как раньше. Раньше почти каждый парень был отслужен, был солдатом. А сейчас же у нас не так. И они не успевают, чтобы инструктаж тоже провести по правам и обязанностям, и заодно по подготовке к боевым действиям. Вот не успевают просто. Вот разница большая. А там все были подготовлены. По питанию все условия были шикарные у них. Все. Они приехали такие мужественные моего брата. Плохо, что война и нету никого сейчас. Да. Еще какой вопрос интересует в сравнении. Была координация действий. Генерал советских времен, вы что, не сравнит с сегодняшними генералами? Всем я это говорю, пусть даже меня услышит. Имя скажу сейчас. Председатель Совета офицеров России. Господи, выскочила. Всех я знаю, многих генералов, потому что взаимодействую. Я с ними как с полковниками и с офицерами. Я их даже не считаю за генералов, потому что я сравниваю с теми. Кроме 3-5 человек в МЧС я видела настоящих молодых ребят, около 3 заместителей, дай бог всем здоровья. А в составе офицеров России генералы все вот непонятно. Я извиняюсь, но я говорю правду. А генералы советских времен, это поклоняешься, еще постоишь, что рядом с тобой прошел человек, и ты оказался там где-то на этом пространстве. Это очень важно. Угу. Потом медсестры подготовленные были тоже очень в воинских частях. Сегодня уровень, конечно, ниже, но ничего, подготовимся, нас много. Подготовимся. Зоя Петровна, скажите, пожалуйста, как все-таки осуществлялась координация? Я правильно поняла, что были представители, которые на местах находились и на вокзалах, и да, в поликлиниках? Да. Расскажите, пожалуйста. Была на каждом большом вокзале были представители военкоматов, даже региональные. Даже региональные. Вот когда мы отправляли, да, проводы делали, отправляешь своего воина, совершенно другое отношение, чем вот сейчас уходят. Совершенно другое. Две разные вещи. Вот в этом отношении в воинской дисциплине не сравнит, конечно, в советское время. Единственным минусом, все минусы, которые я сейчас посчитала, их там не было. Единственным минусом в целом вообще в СССР было, что гонка вооружений много времени и средств отнимала, и мы не успевали индустриализацию и производство обновлять и что-то новое ввести. И слишком устаревшее все было. Слишком устаревшее. А то, что мы погнались за нравственно-духовным развитием, культурой, это мы, наоборот, сломали все свое традиционное. Вот сегодня, в этом переходном периоде. Сравнение. И это тоже влияет на кадры. Согласитесь со мной. Нравственно-духовный уровень сегодняшний с тем не с традиционным советских времен не сравнит. Это тоже влияет на кадровый состав. Какой бы профессионал ни был, внутри, когда нечеткий патриотизм и нечеткий нравственно-духовный потенциал, люди по-другому работают. И это отражается даже, к сожалению, в воинских частях, в госпиталях, на тех же вокзалах. Просто спасибо Богу за то, что если даже на местах я бываю, и когда надо спорю, когда надо, как эксперт-аналитик, сужу четко в разговоре с ним, когда звоню, что хочешь, такой голос. Но я знаю, что для меня все сделают. Считаются со мной. Я не чиновник, но я на уровне чиновника с ними. Спасибо всем. Особенно регионе. Ну, мы понимаем, что вот такие вот люди, да, которые есть, пусть они несовершенные, пусть у них меньше был доступ к образованию, к какой-то базе, но вот тем не менее эти люди защищают нашу страну, и не боги, конечно, защищают. Лидия, им цени нет. Человек, который автомат не держал, и не все из-за денег, как говорят. Нет, я же с больными общаюсь, с воинами, с ветеранами. Домой никто не хочет, а там у меня друг. А там я соседа отправляла в черном пакете. Мне надо постоять, как я в глаза его детям посмотрю.
У нас настоящие войны, пусть никто не говорит. Знаете, семья без ничего не бывает. У нас многоконфессиональное, многонациональное государство. Этого у нас никто не отнимет, и мы все вместе. Плохо, что долго длится, а так, конечно, хорошо было, что немножко нас потрясли. Объединение пришло обратно, воссоединение. Даже того же постсоветского пространства. Посмотрите, как они к нам прибегут. Что мы упустили в советское время, еще сейчас скажу. Когда Беловежская пуша, договор был, на подписание этого договора Средняя Азия не приехала. Они все три республики не хотели от Союза отойти. Вот сейчас, когда к мигрантам пойду, я там добавлю. Потом добавим. Я хочу вот добавить, просто не могу не отреагировать на то, что вы сказали. Война как испытание и как, конечно, трагическое событие, ну, пусть и неизбежное в случае вот, да, борьбы за суверенитет для России, и трагические события, которые происходили в Осетии, ну, вот я как представитель русского этноса, я вот не могу не сказать, что это чувствуется действительно, как это мобилизовало осетин. И многие русские вот это в осетинах чувствуют, тот вот импульс, который, к сожалению, эти трагические события, но все равно им дали, и какую вот пассионарность... Получается, пробудили вот эти... Согласна с вами. Угу. Перейду к следующему вопросу. Можем сейчас обсудить фонды, да, или, может быть, к общественным организациям в целом мы обратимся. Вот как давайте вы... к организациям, оно ближе вот к идеологии. Мы же сейчас больше за идеологию и за кадр говорили. Лучше, наверное, про МКО давайте поговорим. Задавайте вопрос. К сожалению, сейчас многие общественные организации, в том числе с высоким политологическим сознанием и социально-культурной ориентацией, не имеют должного уровня взаимодействия с государственными органами. И уровень доверия к ним тоже зачастую невысок. И расскажите, пожалуйста, что можно сделать с этой проблемой, как следует обществу поступать? Перед вами снова пример Зоя Петровна со своей организацией. Пожалуйста. Во-первых, когда я переехала из Грузии, я напрямую заявление написала в администрацию президента. Но я не знала, что именно по НКО там сидит, к сожалению, я не могу это скрыть, это были осетины, которые временное правительство в Грузии создали из той коалиции. Да, в администрации президента сидели. А я приехала такая из Грузии, честь России защитила, честь Осетии, все об этом знают. Их КГБ и ФСБ, они же все прослушивается. А во время развала еще, знаете, Горбачев какую плохую вещь сделал? Прослушка консульства США в России полностью вот эту схему даже продали. Представляете? То, что он сделал, это немыслимо. Это я когда вычитала, да? Я спать не могла неделю. О чем он вообще думает? Поясните, что они сделали с прослушкой? Есть у нас схема прослушки всех посольств здесь, которые у нас есть от других стран, у ФСБ. Вот эту схему даже продал США. Представляете? Нашу схему прослушки КГБшную. Раскрыл секреты наших государств. Это вообще в какие рамки еще входило? Он вообще что сделал? Это кошмар. Поехал технологию картошки покупать и отдал всю страну. Так, расскажу сейчас. Даже Дмитрий Сергеевич Лихачев, как говорил, конфликты, когда появляются, я, конечно, прошла из Полка, и Карнеги, и американского, знаете, для сравнения. Но я обожаю Толстого и Лихачева в сфере развития нации и француз Жан-Жак Руссо. Вот как-то вот эти три человека, пусть даже он француз, но не такой француз, как сегодня Макрон. Вот эти три человека именно очень хорошо писали, пока не было вот этого разрушения нравственной духовности у нас, да, в стране. И все равно они писали, что переходный возраст, про НКО говорю, много очень несовершенных некоммерческих организаций. В этом виноват Минюст. Всех подряд регистрировать не надо. И поэтому в некотором смысле со стороны государства тоже доверие теряется. В этом случае я могу их понять. Те же гранты, кто выделяют,
Но пока у нас в этих отделениях без суверенитета сидят, к сожалению, проамериканские ставленники. И поэтому я особо не расстраиваюсь. Я встречу просила с ними, они ко мне на встречу не вышли. Не вышли. Я им написала, я победила. Вы с деньгами, я с российским умом. И также буду работать за рубль на свое государство. Я им такой ответ написала, чтобы вы знали. На встречу они когда не вышли, я сказала, я победила вас. Одна пророссийская психология победила весь ваш коллектив. Россотрудничество очень паршиво работает по Южной Осетии, по Абхазии практически такие. Вообще ничего не делает. По Южной Осетии еще, смотря на север, что-то перехватывают. А бедные абхазцы вообще, у них загубил. Берет миллиардные деньги на них, и ничего в Абхазии не делается. Я в этом году месяц там была как эксперт. В Инстаграме есть, общалась и с администрацией президента, в Министерстве обороны, везде я бываю, где я бываю. Некоммерческие организации, значит, которые у нас солиднее, у них они на чеку. Этот список просмотрим, которые им нужны, которые не нужны. Они вообще готовы были ликвидировать мою организацию, предлагали мне своих бухгалтеров, своих каких-то. У меня команда сильнейшая. Один мой сын чего стоит, извините, что хвалю. Есть у меня своя команда, вплоть до врача. И так как миграционная политика, там даже врач нужен. Это тоже у меня есть. Подавала, когда миграционную. А некоммерческие организации, недоверие вошли еще, особенно которые национальный характер носят, абсолютно диаспоры общины, которые образовали, они все НКО называются. Представительства национальные у нас в России. Диаспоры – это постсоветские заграничные люди, общины – это внутрироссийские, русские, осетины, Северный Кавказ. Эти общины называются общинами, потому что мы с российского государства. Абсолютно они не занимаются развитием своих наций здесь внутри. Поэтому доверие потеряно к ним. Но, конечно, у них, я вам сегодня скажу, что грузинский лидер получает больше грантов, чем я. Я уверена, что этот грузин улыбается, но ничего для России не сделает. Они очень сильно на него надеются. Но он этого не делал. Я раскусила двоих, громко скажу. Хомерики и Михаил, господи, имя забыла. В открытую, как с вами беседую, в 15-16 году говорила, и, наконец-то, Путин убрал их из доверенных лиц. Сейчас бы еще Софико не встречался, я бы вздохнула. Он их убрал, обоих. Да, я в открытую за их действия в Грузии говорила. Грузия им не доверяет, Грузия их на порог не пускает. Они вас обманывают, что они вам какие-то планы там делают. То же самое, как на Украине сейчас произошло. Я в открытую об этом говорила. Пусть даже до него не дойду, не знаю, как получится, но Бог свое все равно сделает. Но он многое знает с моих уст. Это не отнять. И, короче говоря, ну, обидно, конечно, что вот грузин берет, да, или средний азиат, которым все равно сегодня Россия, да, в свое время они хотели с нами, они даже на эту белорусскую почву не приехали, три республики. Это не отнять. Не упустили момент из-за коммунистической партии. Зюганов со своей командой. Ему это абсолютно неинтересно было, потому что он продался Горбачеву, а то Средняя Азия бы сегодня была нашим. Если бы в это время неразумно. Китай же так заново себя собрал. У Китая точно такая же ситуация была 30 лет назад. Но там оказались те, которые нашли коридор для выхода из ситуации. А у нас нет. У нас вот в Советском Союзе что было плохо, одним хорошо, что они сами выбирали специалистов, сами направляли. Но был большой вот недостаток в этом, что, видите, они засели везде. Руководитель продался, все продались. Мы упустили Среднюю Азию. Даже ту же Грузию обратно взять ничего не стоило в 95-6 годах. У них даже паспортов не было. Шеварнадзе не мог раздать даже 8 лар, это 200 рублей пенсию. Почему? Потому что он все деньги вложил в Баку-Джейхан, Тбилиси-Баку-Джейхан, газовую корпорацию, минуя России, проводил. И он все республиканские деньги бухнул туда. Потому что Америка не доверяла. Вы пока проведите, а потом я вам заплачу. И они с Алиевым бухнули свои деньги туда.
видите, сколько чего я знаю, и настоящих фактов. И поэтому в 95-6 годах ничего не стоило до 7 года грузить уже обратно. Но вот здесь Зюганов после Горбачева ничего лучшего не сделал, открытую говорю и буду говорить с его командой. Среднюю Азию можно было сразу перехватить и Грузию спокойно. Когда вы сказали, Зоя Петровна, что они засели везде, поясните, пожалуйста, кого вы имели в виду, предателей вообще? Вот целом? Эти первые секретари бывшие на постсоветских пространствах кто? Люди Зюганова. Он здесь главный, а там первые секретари всех же он курировал от коммунистической партии. И все, кого слушались, его. Он продался и всем доказал, вы знаете, здесь будет лучше. Он же не сказал, что все наши ресурсы проданы, мы никто. Даже информационная база КГБ продана, прослушка была. Представляете? Мы никто. Он же им это не говорил. Они не такие далекие были. Понимаете? Гонка вооружения заняла мозги. И не то, что вот в индустрии, в технологии мы не развивались правильно, сравнительно с Китаем, с Турцией даже. С Турцией купля-продажа вывела их на производство турков. Они даже нас обошли. Представляете? Купили технологии итальянские, производят товар германский. А мы одеваемся в их одежды все. Согласитесь со мной. Даже вот это, если взять. Они, кроме скотоводства, ничего не имели. У них даже природного газа нет. Баллонами до сих пор пользуются. Такие люди даже нас обошли. Обидно, очень обидно. Это же еще связано с развалом Советского Союза. То есть такая невосполнимая... Он им просто большой грех, Горбачев от незнания и как-то вот... И то он референдум еще провел, ошибку свою, когда понял, что разваливается страна, что никто в федеративе не остается. Он решил созвать референдум. Что-то хотели сделать. А это вообще плюнул на страну, извините за такое выражение, непростительно. Ему это непростительно. Я больше на него злая, чем на Горбачева, так как я была на первом курсе председателем по работе с молодыми коммунистами всего университета. На первом курсе, чтобы вы знали для себя. И я тесно общалась вот с этой структурой. Ему это непростительно. Ему. Потому что там даешь... присягу, как в воинской части, в стране, когда в партию поступаешь. Да, да, клятву даешь. И он клюнул на страну. Да, я ему это никогда не прошу, и его партию, никогда. И также буду воспитывать молодежь за собой, чтобы никому из них не доверяли, впрочем. И второе добавлю по идеологии. Народный фронт. Горбачев нас начал создавать народные фронты при развале страны. Меня это как стало раздражать, когда я сюда приехала, Общероссийский народный фронт. А у меня, как у НГО, работа связана. Даже по СВО мы общие вопросы разбирали раза три. Они оказались ниже меня намного. Явно скажу. Намного. И у меня сразу в мозг влетает. Неужели это нашего первого лица организация? Потому что Горбачев создавал народные фронты именно при развале. Какое-то соответствие немножко меня бьет, как эксперт-аналитика, Общероссийский народный фронт. Но есть такая точка зрения, что эта организация была перехвачена национально ориентированными людьми, и поэтому она стала не настолько опасной для нас. Не настолько, согласна. Даже спасибо им, что мне двери открывают. Я просто НКО, опять-таки не чиновник. Я с ними работаю, когда хочу. Спасибо им. Конечно, то есть, может быть, даже можно и в плюс это повернуть полностью, если... Конечно, если они очень меня любят, но двери открывают, Лидия, бывает. Угу. Очень интересно. Возвращаемся к Лихачеву. Пока у нас есть разные нации и этносы, конфронтация и войны никогда не прекратятся. Их можно предотвратить экономической заинтересованностью и культурным обменом. Два принципа, больше ничем. Экономическая заинтересованность друг друга и культурный обмен. Искусная и умелая дипломатия. Придумала я свои слова как магистр. Искусная и умелая. В чем они заключаются? Вовремя надо заметить конфликтную ситуацию. Вовремя. И подключать
именно интеллигенцию, не чиновничью, а научную интеллигенцию и НКО, которые действительно создали организацию не для того, чтобы я звучила с президент Международного фонда государства Алания. Нет, я свои обязанности выполняю четко. С каким уставом я его создала, я так работаю. С такими НКО надо сотрудничать на более высоком уровне. Если вы меня сегодня спросите, я не хочу ни в какой кабинет. Пускай профинансируют мои программы, я больше так и сделаю в обществе для России и для международного общения даже. Сегодня я не боялась даже в Армению приехать. Я звонила им, прежде чем они на улицу вышли. Давайте, я говорю, я приеду, в ВУЗе зайду. Никто, говорит, русский язык не знает. Вы не переживайте, вы мне организуйте поездку. Я вам даю слово, что они меня будут слушать, да еще вопросы будут задавать. Да, я даже на это была готова. Никакая армянка бы не поехала, Симонян или еще кто-то. Я была готова. И я знала, что я это сделаю. Извините, что хвалю себя. Там они побоялись за меня, мои знакомые. Генералы, чиновники. Никто русский язык не знает, кто-нибудь вам плохо сделает. Да я защищаю интересы России. Мне это интересно. Давайте это сделаем. Элементарный пример. И много таких некоммерческих организаций. И элементарно две организации, которые до этого я в одном исполнительном директором была. Я ансамбли по культурному направлению развивала. Они сейчас создали свои центры народного творчества. В этих центрах многонациональное общение московское. Начиная от танцев, бальные танцы, актерское мастерство, шахматы, театр даже открыли. Я горжусь собой. Не зря мне Черников дал зал для такого ансамбля в 17 году в Доме Союза бесплатно. Никакой диаспоре общения этого он не делал. Но сейчас у нас работает Сучков. Тоже скажу, я не оскорбляю никого. Который вот грузине может 5 проектов дать. А наши проекты, ну, по правительству Москвы и за СВО уже я не вижу там для себя проекта. «Мой дом Москва» я придумала, я вела. А после этого нету там интересного проекта. Я даже не интересуюсь. Они, наоборот, обижаются, что аккредитовано в правительстве Москвы в Доме национальности и редко к ним хожу. Я им в открытую говорю, я занята СВО и международным сообществом. Нужна вам, пожалуйста, и зовут, иногда на заседания, на совещания хожу. А так их проекты маленькие для меня, это мне неинтересно. Раз мы коснулись НКО, нам надо лить Ленинград, Москва, неважно, где мы это добьемся, надо смотреть страницы и провести «Мой дом Россия» проект. Я объединила миграционный проект. Раньше у меня был «Мой дом Москва», лично я сама разрабатывала с Черниковым, бывший председатель Департамента по национальной политике правительства Москвы. Умер от сердца в 50 лет. Заместители такие были, которые сегодня сидят и ничего не хотят развивать, кроме одного дела. А он был шикарный. И я из «Мой дом Москва» сделала «Мой дом Россия», расширила и туда интегрировала миграционную политику. Это очень важно. И нам надо, вот раз вопросы НКО мы коснулись, нам надо обязательно вот этот проект как-то развить. Имейте в виду, пожалуйста, я со своей стороны, вы со своей стороны, это будет... Только в одном регионе проведем, это для нас значащий, для нот, для голоса Отечества проект очень необходим сегодня, в сегодняшнее время. Зоя Петровна, вот возник вопрос, вы сказали о способах сплочения разных этнических групп. Федоров высказывает идею о том, что наша цивилизация и наше государство – это государство и цивилизация защитно-оборонительного типа. И в то же время вы упомянули, как сплотила защита нашего Отечества разные национальные группы. Прокомментируйте, пожалуйста, это. Вы это как-то изучаете, как эксперт, как специалист? Конечно, изучаю. Даже вот сейчас, когда была дома в Осетии, мне вопрос задает очень большой чиновник. Как, говорит, вы считаете, что важно для нации? Духовно-нравственный высокий уровень или оборона? Представляете, чиновник какой вопрос задает? Хорошо, что задает вообще-то, а то некоторым даже не интересно ничего. Ну, когда я прихожу, без вопросов не ухожу. Я именно прихожу с чем-то, я не катаюсь. У меня даже микрозаймы бывают, не стесняюсь я этого говорить, пока проект проектом. Не стесняюсь и не собираюсь этим американцам их платить, конечно. Я их трачу на дело, на ИСВО.
Я, значит, он мне задает вопрос, а я ему говорю, а давайте так, оборона первая степень, какие бы профессионали ни были у нас, учтите для себя тоже не все, Советский Союз вот это хорошо был, но не совсем гонку вооружения тоже надо делать, не совсем, в меру, в меру. И если в обороне тоже не будет, я говорю, людей с высоким уровнем патриотизма и нравственной духовности, и тут же по пальцам я недостатки осетии перечислила там же в кабинете, по оборонной части, по пальцам. Да, оборона первая, оборона объединяет, но даже тот же воин, если внутри не патриот и не нравственно-духовный потенциальный человек, он обороной не будет заниматься. Согласитесь со мной. Поэтому я их связываю все время. Оборона без патриотизма и духовной нравственности не будет. Если я не идентичен в своей нации, я никогда большую Россию не полюблю. Нужен идентичный человек, который свою нацию ценит. Здесь он определится и тянется к большему. Согласитесь со мной. Да, хорошая формула, согласна полностью. И вот эти люди как раз в обороне тоже принесут больше. А так, конечно, первый стержень для государства – это обороноспособность. Потому что это не исключал ни один психолог, ни один философ, ни один социолог, что войны были и будут. К сожалению, устройство человеческого мозга и то, что Бог нас создал разными, мы не виноваты. Простите, но это будут. Очень мало времени, конечно, у нас остается, чтобы поговорить о национальном вопросе. С вашего позволения, я бы хотела процитировать те истории, которые я подготовила, потому что очень хочется донести их до аудитории. Вот Зоя Петровна является экспертом по межнациональным отношениям. И перед тем, как попросить ее высказаться на этот счет, хочу привести пример одного из героев, который отличился на ходе специальной военной операции. Как многие знают, произошло очень нехорошее событие. Один из предателей, Максим Кузьминов, 5 августа угнал на Украину вертолет за материальное вознаграждение. Причем он готовился, и мать его, я так понимаю, тоже готовилась, судя по тому, что она куда-то пропала. И экипаж не согласился участвовать в этом предательстве. К сожалению, они погибли в ходе происходившего угона вертолета. Экипаж состоял из трех членов. Два из них – это Никита Кирьянов из Алтайского края, о нем известно не так много, и Хушбах Турсунов. Он родом из Таджикистана. Отец Хушбахта – это гражданин России, и его отец и мать полжизни прожили в Санкт-Петербурге, они работали дворниками. И смотрите, как дальше развивалась судьба Хушбахта. Он сам своим умом поступил в Сызранское авиационное училище и стал летчиком. Ну, отца Хушбахту пришлось перевести в Таджикистан, поскольку из-за тяжелого труда, да, на работе дворником у отца уже стало не то здоровье, и он перевез его в более мягкий климат, построил им дом. К сожалению, мама у него умерла, да, и сам Хушбахт был именно патриотом России и вот так вот выполнил свой долг, к сожалению, при захвате вертолета Украины при помощи предателя очень пострадали два вот наших героя, Никита Кирьянов и Хушбахт Турсунов. И посмертно они награждены орденами мужества. У обоих летчиков остались жены Наталья и Фарноза и маленькие дети. И этот пример хотелось бы привести именно потому, что Хушбахт родился в семье дворников, то есть как раз тех, кого называют гастарбайтерами, и к ним относятся с предубеждением. Но вот какого сына они воспитали. Зоя Петровна, пожалуйста, расскажите, как следует относиться. Расскажу, возвращаясь к развалу страны. Цены нет средней Азии, которые белорусской пуши не поверили. Не поверили, что просто договор, и даже не голосовали и не пришли. Сразу откололись. Белоруссия даже. А Средняя Азия не поверила. Все три республики не пришли туда. Они паузу взяли. Мы сами их упустили, напомню вам всем. В советское время очень много моих родственников жили в Средней Азии, в основном в Ташкенте. Даже на сегодня дружат с людьми. Не нашей и не русской национальности. В каждой нации есть свои герои, свои хорошие люди и свои плохие люди. Плохой нации нет.
Нам не надо выбирать, раз ты не русский, раз ты не осетин, ты никто. Не обижайтесь. Особенно у русской нации, которую я очень сильно люблю и с каждой трибуны кричу, я с вами. Обратный обмен не соответствующий. Вот научитесь, Лидия, пока вы молодые, не русскими их считать, но чуть потеплее надо относиться. Не надо на всех, вот есть в русской нации это, честное слово, не обижайтесь. Вот воспитание у вас такое. Да, вас много, но вы не справитесь в этом мире без нас, и без Кавказа, и без Средней Азии. Где наши люди, кто улицы подметает? Скажем просто так. Мы сами портим этих мигрантов. Как? Первым долгом их государство виноваты, не зная русского языка и не зная даже историю России, я добавлю, в миграционную политику, которую я не увидела в миграционной политике. Обращаюсь к Владимиру Владимировичу Путину. Помимо знания русского языка, прежде чем приехать к нам сюда, в Россию, они должны историю нашу знать. И в этой истории они обязательно за себя почитают, как хорошо им было с нами в СССР. Согласитесь со мной. Это очень важно для человека, который сюда заезжает. Они тоже наглеют многие. Точно так же скажу, не обижайтесь, как за русских сказала. Я им даю замечания и в магазине, и везде. Хороших людей среди них много, гастарбайтеров. Но наглеют. Кто-то этим тоже руководит. Я как эксперт-аналитик уже это анализирую давно, полгода. Как СВО начался, уже через 3 месяца, полгода уже хотят здесь, в Москве, вот этих столкновений именно с мигрантами. Над этим тоже работа пятой колонии ведется. Я это замечаю. И я им провожу минутные дискурсы прямо на местах. Не ругаю, но как с вами, вот сейчас дипломатично разбираем темы, вот так с ними беседую, чтобы вы знали, даже на улице. Такого эксперта у вас больше не будет. Но я чувствую, Лидия, что работа ведется над этим, что они с нами столкнулись. Агрессивность в них вот это чувствуется. Мы кто такие? Даже вы, даже мы, да, Кавказ. В них это есть. Я с ними веду беседу. Насколько нужна моя вот «Мой дом, Россия» проект? Вот сейчас Россия это очень нужна. Нас, что касается... Оттуда их правительство виновато, что русскому языку не обучают. Тогда дай своему народу работу, пожалуйста. Зачем они уезжают от тебя? Если ты такой хороший, русский язык тебе не нужен, где твои условия для своего народа? Их нет. А если уже отпускаешь сюда, прежде чем документы им оформляют на въезд, визу, не должны давать без знания языка, я так считаю. Или же, когда они уже сюда попадают, диаспоры должны работать над ними. Ничего не стоит курсы русского языка при диаспорах открыть. Правительство Москвы должно профинансировать это развитие. И они должны, опять координационной работы здесь нет. Должна идти координационная работа. Плюс мы сами виноваты в том, что незаконная трудовая миграция устраивает наших чиновников, наших бизнесменов. Это очень плохо. Управление внутренних дел очень плохо работает. Некомпетентно контролируется регистрация мигрантов. И незаконная трудовая миграция выводит из строя психологически людей. Если 20 человек мужчин будут жить и не в комнатах иногда, а где попало с крысами и с тараканами, уже психологически то ли просто на улице увидят, в магазине или еще куда, они, естественно, неустойчивы. И бывают такие столкновения. Мы сами создаем им животноводческие условия, помимо того, что на язык, на знание истории не проверяем, мы должны проверять вот этих, вот мой проект, там все вот это есть. Дай Бог, чтобы продвинули вот в каком-то регионе. Вот это наша беда. А так, среди них много хороших людей. Есть у нас таджикская диаспора, Куршида Давроновна, она, между прочим, с Владимиром Владимировичем в один день родилась. Великая женщина, профессор. Да, она 30 с чем-то лет уже здесь. Ну, интересное совпадение просто, да? Да, интересно. И когда я свою организацию открыла, я подумала, что она осетинка. Настолько она вот не отличалась. Да, я перепутала ее с... Мне говорили, что председатель, исполнительный директор женщины осетинской общины, когда из Грузии переехала. И на каком-то заседании я уже начала исполнительным директором, я к ней подошла, я говорю, как ваша фамилия? Она говорит, я с Таджикистана, меня все путают. Представляете? И мы до сих пор дружим. Вот с Владимиром Владимировичем в один день родились. Огромный вклад вносит в развитие и сохранение взаимоуважения, взаимодоверия между среднеазиатами, какой бы национальности они ни были, и русской нацией.
огромной российской нации. Спасибо ей огромное. Такого человека еще найти надо 7 с чем-то лет и работает над этой интеграцией, чтобы люди обратно пришли к доверию. И начинает именно им рассказывать Советского Союза. А вы почитайте историю России, там себя найдете. Вот как я говорю, так же она и не говорит. А если бы каждая диаспора так работала, и Узбекистан, и Кыргызстан, и постсоветское пространство, не было бы проблем. Но не работают. Вот она очень хорошо работает со своими мигрантами. Очень. Даже если у кого-то неприятность какая-то по работе, лично. И виноват, никогда не будет защищать. Очень хороший человек. Вот так они должны работать со своими мигрантами. А будьте осторожны, еще раз предупреждаю, ведется капитальная работа на столкновение мигрантов с нами. Кто как может, ведите среди них работу, чтобы не подавались провокации. Вот вы подметили такую важную вещь, что если человек не знает историю, то фактически он даже не будет понимать, что с ним происходит. И он оказывается уязвим для любых внушений, которые ведет вражеская пропаганда сейчас, в том числе и вот вместе, да, рождения этих людей. Например, в Средней Азии, сколько туда заходов делается, конечно же, это так. И получается, что с расколом Советского Союза все стали жить хуже, и мы стали жить в Центральной России хуже, и в республиках люди стали жить хуже. И, конечно, все страдают, и зачем, спрашивается, разделялись, вот непонятно. У каждого была специализация, да, теперь ее нету, и, конечно, все стали жить беднее. Хотела задать вам вопрос вот касательно провокаций. Вы подметили, что ведется работа по этим людям. Да, полностью согласна, это заметно. И вы заметили, что она обострилась именно с СВО. Почему? Потому что СВО связано с суверенитетом, конечно же, да. И хочу обратить еще внимание на следующий момент и попрошу вас его прокомментировать. Федоров высказывался о том, что количество мигрантов сильно снизилось вот за этот вот период, да, я подчеркиваю, что, разумеется, мы говорим это не как некое пренебрежение или нежелание к этим людям как-то с ними взаимодействовать, а потому что это должно быть построено иначе, а не так, что они живут здесь в таких ужасных условиях. Должно быть единое отечество, конечно же, я думаю, все солидарны тут. Вот, и какая работа стала проводиться с началом СВО? Вот буквально только что 19 сентября глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил создать группы, которые отдельно займутся расследованием преступлений в сфере миграции. Вот скажите, связано ли вот появление такой инициативы с обретением нашей страной суверенитета? И является ли саботажем то, какие ужасные условия завозят мигрантов. То есть это же вред стране и вред конкретным людям. Конечно. До Бастрыкина, спасибо Владимиру Владимировичу Путину и Евгению Алексеевичу Федорову. Наверное, наши передачи все-таки кто-то смотрит. Самая первая встреча у него на конференции. 30 минут он мне дал вместо 7-8 другим докладчикам. Спасибо, я ему очень благодарна. И как раз я как автомат Калашникова выкладывала миграцию. Напротив меня с Казахстана сидит специалист какой-то, он говорит, что вы на меня все время так смотрели? Я говорю, докладчик всегда вперед смотрит. Евгений Алексеевич справа там, да, конференция. А я вот так сижу, как сейчас. Я же не буду вот туда смотреть. У меня 8 листов. И конкретно составленный доклад, изюминки именно, изюминочная часть. Некоторое время проходит, спасибо Ноду, спасибо Евгению Алексеевичу Федорову, спасибо ему за доверие, что я изложила вот эти 8 страниц, и выносится, создается при Совете Безопасности комиссия по миграционной политике. И еще создает указ о миграционной политике отдельно, Владимир Владимирович. И после него только Бастрыкин взялся, чтобы вы знали. Первым он внес, у меня они есть в докладе, просто сейчас переходить не хочу, они у меня готовые, я вам потом скину, вам это надо, чтобы читали. И, конечно, я очень сильно обрадовалась, когда я это все почитала, и Бастрыкин тоже, конечно, это, конечно, уменьшило количество мигрантов, потому что незаконного не должно быть по правам человека ничего, согласитесь со мною. Даже тот же северянин, когда приезжает, пусть даже мой осетин, не имея московскую прописку, он должен быть зарегистрирован где-то. Мы должны знать, где его искать. Хороший, плохой, неважно.
Это защита прав человека, это норма, международное право это описывает. И внутри у нас в законах по правам человека это описано, и мы должны придерживаться этим законам. То, что касается миграции, это еще острее должно быть. Поэтому пусть никто не обижается, и им самим это лучше. Пусть даже в худших условиях более, но создадут свои семьи и будут по своему быту и психологии, и социологии жить. Москву не каждый вытягивает, согласитесь со мной. Именно Москву еще, согласитесь. А конечно, сейчас... это такая конкуренция. Да, конечно. Тем более сейчас вот эта сложная ситуация, весь наш народ тоже взбудоражен, наш местный народ, российский. У них условия ухудшились. И вот эта конфронтация, еще их подтачивают на то, чтобы у нас столкновения были. Спасибо Бастрыкину, конечно, что тоже взялся за этот вопрос совместными усилиями. Но это исходило от НОДА, чтобы вы знали. Спасибо Евгению Алексеевичу за доклад. Мы полчаса говорили об этом. Не прошло месяца полторы, и два указа создал. Да, до Бастрыкина. Ну, мы знаем, что Бастрыкин поддерживает и изменения Конституции в пользу Конституции. Конечно же, да, тут прослеживается связь. И еще вот не могу не добавить, что Бастрыкин потребовал особое внимание уделить на расследование должностных преступлений тех людей, которые как раз влияют на миграционные потоки. То есть, что доказывает, да, опять-таки, то, что эта ситуация создается целенаправленно. Спасибо это большое, Зоя Петровна. Очень хорошая постановка запроса и вопроса. Я его приветствую. Долголетия им желаю вместе с Владимиром Владимировичем. Он очень активно работает по всем вопросам, не только по мигрантам. Взялся за конкретную работу, как он должен был работать, пусть даже услышит меня за все года. Но вот сейчас он капитально эти два года, я очень удовлетворена его запросами и поставленными вопросами. Долголетия им с Владимиром Владимировичем Путиным. И, конечно же, нашему координатору, который нас объединяет, и мы вот с вами общаемся, доводим до аудитории, до населения что-то. То наших нодовцев, потому что они тоже все должны знать. Спасибо большое. У нас осталось, вообще не осталось, конечно, у нас времени, но могу вот я задать один вопрос. Пожалуйста. Правильно ли, что лучшее, что простой человек сейчас может сделать, помимо той деятельности, которая ведет, например, национально-освободительное движение, ну вот просто изучить историю и рассказать какие-то факты, которые он узнал окружающим, в том числе тем же людям, у которых нет доступа к образованию, которое к тому же и разрушено Болонской системой и всеми этими реформами? Конечно, правильно, я бы это назвала патриотическим воспитанием. У нас много специалистов в НОДе, которым должны дать доступ. Вот по указу президента с нового учебного года, вот с этого года, патриотическое воспитание в школах должно было начинаться. А Никита Михалков выставил видео, я вам группу куда-нибудь скину. Лично скину, а потом сами где считаете, между молодежью распространите. Посвящение в первокурсника в высшей школе экономики и в университете управления. Это кошмар. Это просто, извините за выражение, животноводческий образ жизни, скотоводческий. Нечеловеческий. Да, Никита Михалков откуда взял, не знаю. Я хотела выставить, хорошо, что не выставила. Все равно я боюсь всего, согласитесь со мной. Рядом пятая колонна. А он выставил, я так обрадовалась, что он выставил. Я вам скину. Да. Так что... Это патриотическое воспитание, духовно-нравственный уровень. Вот это нужен, чтобы не только нам, ветеранам войны, которые оттуда возвращаются, не все коллеги, не все, очень много хороших людей среди них, которые тоже на опыте своем что-то скажут. Но доступа, вот я с департаментом, с руководителем департамента и заместителем встречалась буквально в прошлую среду. Руководитель департамента по образованию и воспитательной части. Оказывается, в Министерстве образования вот это есть. Я когда увидела по воспитательной части, мы пересеклись на площадке РАНФИСа. Вот они меня пригласили, потому что с той стороны, как видеоконференция ВИДА сейчас, очень большие люди ее попросили, замминистра образования, чтобы он со мной обязательно, она, женщина была, Ольга Викторовна, чтобы она со мной посоветовалась по воспитательной части, по вузам. Да, это аудитория попросили, могу себя похвалить. Вот мы встретились, в каждом кабинете по 20 человек. Целый корпус занимает этот департамент. Чем занимаются, если высшая школа экономика более танцует 20 человек?
Институт управления. Можно сказать, ничем. Вот разработали программу, жду от них визово. Хорошо посидели, побеседовали. Вот точно так же сами тоже не ждите, чтобы кто-то вас пригласил. Проявляйте себя, у кого есть лидер. Вот не стесняйтесь консультироваться, скидывайте мне любое ваше выступление, будет что будет, дам подсказку, наставничество. Мне этого не жалко, это моя жизнь и моя работа, работать с молодежью. Именно вы вдохновляете меня, что я не зря живу, что у нас вот такие люди молодые за нами идут, понимаете? Особенно сегодня мало у нас времени было, и я тоже на сети много потратила. Но что делать? Такая жестокая у нас история. Вы должны были об этом знать, что 105 лет нас бьют. Это не просто развал страны. Англосаксоны сколько воюют? 150 лет с Россией. А с нами 105 лет. Представляете? А нас 150 миллионов здесь, а мы 50 тысяч остались вместо 100 уже. Осетин, южные имеем в виду. А в целом больше 500 не появляемся, потому что нас постоянно бьют. Поэтому консультируйтесь вне наших конференций, я всегда рядом. Я рада была очень вашему выходу, вашим вопросам. Поставили очень интересные вопросы, наболевшие, которые сегодня уместны. Спасибо. Спасибо большое, Зоя Петровна. Спасибо за очень интересный и важный, я уверена, для каждого из нас рассказ про осетинскую историю, поскольку, ну, нужно сознательно стараться все это узнавать, поскольку нам этого не расскажет, к сожалению, наше нынешнее образование. Поэтому спасибо, что вы рассказали нам об этом и о том, как вы помогаете военным. Спасибо вам большое. Благодарю. Следуйте за мной и не пропадете. Спасибо. Всем до свидания, уважаемые зрители. До свидания. Всем спасибо большое за доверие.